что очень ценим мы наше время, очень ценим наши эмоции, очень ценим, чтобы мы получали действительно позитив во всем, во всех сторонах жизни. И, конечно же, сама продукция wellness – это не только именно те продукты, которые мы для себя, своей семьи выбираем, но это еще плюс к этому стиль жизни. В Европе появилось очень, ну, достаточно долгий уже срок существует такое понятие философия wellness. И если вы посмотрите просто расшифровку, либо просто для себя поглядите, что в различных крупных городах есть просто wellness-центры, wellness-клубы, и это не обязательно, что это привязка к компании Reflame, просто это есть такое направление – wellness. И жизнь в стиле wellness предполагает в себя именно гармонию души и тела, правильное сбалансированное питание, уход за телом, чтобы действительно, и плюс еще физическая, умственная активность. Это, конечно же, гармония во всех сферах, и это развитие в этих всех сферах. И, конечно же, если понимать стиль wellness, это, конечно же, плюс к этому это долголетие и перспектива развития дальше. Если говорить именно о wellness, который предлагается wellness-концепции, которая была разработана нашими учеными, которая разрабатывалась компанией Wellness Life Plus, она включает в себя четыре основополагающих принципа. И принципы это даются именно для сохранения здоровья, чтобы было долголетие. Первое – это, конечно же, отличное самочувствие, позитивный настрой. Мы все знаем, все абсолютно разные. Можно с улыбкой встречать каждый день и говорить: у меня отличный день, все хорошо, замечательно начинается. А можно каждый день вставать и говорить, что у меня все плохо. И абсолютно по-разному мы будем себя чувствовать. Мы будем уговаривать, кто с негативом будет находить у себя кучу болезней, а кто с позитивом, это все, у них все абсолютно будет обходить стороной. Не зря говорят, что мысли материальны. Поэтому здесь это тоже самый важный фактор. Вот, плюс к этому, конечно же, немаловажно, кроме того, что мы с отличным настроением, мы хорошо понимаем, что сейчас такой век не только информационный, не только такой энергичный, но и век, когда очень большой избыток питания. Если раньше было такое вот, очень много людей двигались, но мало кушали, то сейчас наоборот, люди мало двигаются, но много кушают. То есть получается так, что не зря сейчас идет тенденция правильное питание и плюс фитнес-центры, чтобы действительно поддерживать физическую активность, так как кроме этого это поддерживает наше здоровье. А питание почему важно? Потому что большинство производителей, если сейчас раньше мы не задумывались, ходя в магазин, мы брали первое, что нам приглянулось по цене, то сейчас мы в первую очередь не кроме цены еще думаем о качестве продукта. А большинство производителей заинтересованы в том, чтобы увеличивать свою прибыль. А увеличение прибыли, это, конечно же, подразумевает, что производитель увеличивает сроки годности, чтобы продукт больше хранился и так далее. И, конечно же, идет на различные ухищрения, консерванты, но не задумываются над тем, чтобы сохранить наше здоровье. Поэтому здесь мы сами сохраняем наше здоровье и сами о себе заботимся. И именно концепция wellness, которая разрабатывалась компанией Reflame, подразумевает в себя четыре вот этих основополагающих фактора. Если говорить вообще именно о здоровье, и если опираться на Всемирную организацию здравоохранения, то какие они данные дают? Что на наше здоровье влияет четыре фактора основных. Это образ жизни, медицина, генетика и экология. Если медицина, генетика, экология – это те факторы, на которые мы абсолютно не можем повлиять, то образ жизни мы можем повлиять. Если говорить о генетике, то как таковое это всего лишь 20%, очень редко встречаются те болезни, которые наследствуют. Очень редко. В большинстве случаев все в основном болезни, либо что мы чувствуем, оно приобретенное. Иногда это зависит от привычек. То есть кто-то говорит: вот у меня были умники, да, мои все родные, вот точно так же у меня есть склонность. На самом деле, просто меняя свои привычки, мы уже меняем склонность худее или полнее, то есть здесь это точно так же зависит от нас. Иногда от того, что мы кушаем, мы приобретаем много болезней, и те привычки, которые принимали от наших близких, они просто отражаются на нашем здоровье.
Если говорить дальше, экология. На экологию мы абсолютно повлиять не можем. И здесь, если вспомнить, вот мы живем в Беларуси, то если только мы переедем в другую страну, тогда можем повлиять. Мы живем в стране, где была Чернобыльская АЭС, и этот фактор, который не меняется. И поэтому здесь это то, что мы, если мы живем где-то, и нам это наше родное место, то мы на него влиять не можем. На медицину как таковую повлиять тоже невозможно, потому что как была система образования, так она и есть. Мы в лучшем случае можем поменять врача, но как таковую это всего лишь 10%. И как фактор такой для вас, что за последнее время очень много появилось, много новых лекарств. Сейчас открывается достаточно большое количество аптек, они почти на каждом углу есть в любой шаговой доступности. И увеличилось количество болезней, которые сейчас есть, они омолодились. То есть если раньше мы не болели как-то в каком-то возрасте, то сейчас болезни просто пришли и стали болеть даже молодые. Там инфаркты, инсульты, то есть большинство случаев, которые так встречаются, рассказывают. Поэтому вот эти есть факторы, которые три, это не зависит от нас. Мы на них как таковые, мы не можем повлиять. Но 50% нашего здоровья зависит от нас. Это образ жизни. Что включает в себя именно образ жизни как таковой? Вот вы здесь, ну, здесь много чего написано на картинке. Вы можете для себя такую вот галочку ставить, что у вас есть, что вы продумаете, что у вас присутствует. И правильный образ жизни – это в первую очередь, конечно же, рациональное питание. Это отсутствие вредных привычек, это правильный режим труда и отдыха, закаливание, занятия спортом, позитивный настрой. Это все также вот этот вот стиль wellness, о котором мы сегодня сейчас с вами говорим. Так вот, если говорить о вот этом вот образе жизни, то есть такая вот неутешительная статистика. Мы затронули тему здоровья. И Российская Академия Наук проводила статистику. Мы здесь недалеко, рядышком страна, поэтому здесь точно так же аналогии, я думаю, провести можно. Так вот, какие есть основные причины смертности? Очень много сейчас в общественности говорится о вреде алкоголя и табакокурения. Но если посмотреть по процентному соотношению, посмотрите, просто питание и избыточное питание. Несбалансированные, когда мы питаемся не вовремя, когда мы питаемся, допустим, каким-то одним продуктом, когда мы исключаем, например, отдельные группы продуктов. Это несбалансированное питание. А избыточное, когда едим очень много. И если их даже просуммировать, вот это вот слово питание, то от этого как фактора причиной смертности становится более 20%. Более 20%. То есть вот просто принять вот это как факт, который есть. И не только вредные наши привычки, о которых мы очень часто слышим, но именно неправильное питание. И большинство хронических болезней именно можно предотвратить. Я говорю именно о хронических, которые уже перешли в такую категорию, как они просто есть, да, в таком иногда в сонном состоянии, иногда нет, их очень много. Это и позвоночник, это сердечно-сосудистые заболевания, это сахарный диабет и так далее. И все это начинается с питания. Если говорить по факту, вот слово питание, это в первую очередь причина, ну вот мы говорили о том, что неправильное питание, а и избыточное питание. Оно приводит к ожирению. И здесь как факт идет именно нехватка белков в питании, витаминов и микроэлементов. Поэтому даже если человек ест хорошо, на его столе всегда присутствует пища, он все равно сейчас вот такая тенденция испытывает нехватку белков, витаминов и минералов. И как таковой испытывает голод даже при количестве съеденной пищи, потому что сигнал мозгу поступает, что мы хотим кушать, и все равно мы кушаем, но не получаем всех ценных полезных элементов, которые должны быть. И здесь, по данным Всемирной организации здравоохранения,
20% населения имеет выраженный дефицит белка. И кроме этого, такая неутешительная статистика, здесь к 2030 году неинфекционные заболевания унесет жизнь 52 миллиона человек. Поэтому стоит задуматься над тем, что мы кушаем. И еще раз подведу итог. Проблема сейчас в современном питании – это мало количество белка, ненасыщенных жиров, много быстрых углеводов – это булочек, шоколадок, батончиков, там пюрешек, там макарошек, еще чего-то быстрых. И нехватка витаминов, минералов именно в овощах, фруктах. Потому что как таковая экология ухудшилась, соответственно, улучшилось состояние почв. Поэтому здесь идет так. И кроме этого, мы сейчас, когда приходим в магазин, мало того, что многие продукты потеряли свою ценность, мы смотрим на этикетки, и большинство из них имеют Е-добавки. Сейчас даже простая колбаса, ее боишься покупать, так как она содержит Е621 глутамат натрия, которая, если вы посмотрите, зададите целью почитать в интернете, как она влияет на организм, то ужаснетесь, потому что это включает там изменение ДНК, потеря зрения, поэтому неудивительно, что детки какие-то сосиски едят, и у них падает зрение и так далее. То есть вот это как вариант, что содержит Е-добавки. Чипсы все те же самые, майонез, если мы даже посмотрим, и так далее. Е-добавки. Если мы идем в магазин, все точно так же. Сейчас очень популярны трансжиры. Трансжиры – это которые не натуральное, а искусственное происхождение. Это те жиры, которые были в жидкой форме, при обработке они перешли в твердую форму. Это так называемый продукт, как маргарин. Это выпечка, все продукты, которые содержат маргарин. Выпечка, какие-то хот-доги, булочки, трансжиры. И как таковые, вследствие, не зря сейчас США трубит о том, что у них очень проблематично с лишним весом, справлением из-за того, что вот такой быстрый перекус, трансжиров очень много в питании. Поэтому здесь это только что сейчас есть. И есть такая данная Всемирной организации здравоохранения. Во всем мире идет ожирение очень динамично. И доказано, что 60% взрослых страдают ожирением уже с детства. Неправильное питание вот это вот приводит именно к ожирению. И это идет тенденция растет. Большинство из нас, когда мы смотрим на себя в зеркале, мы хотим что-то под себя подкорректировать, либо понимаем, что нам нужно что-то подкорректировать, а мы садимся на диету. Но это неправильно, потому что в мире более 28 тысяч диет, и они не помогают. Если бы действительно была какая-то чудесная диета, если бы она помогала, их бы не было так много, она бы была одна и единственная. И здесь самое важное, любая диета, любой врач вам скажет, важно не диета, а образ жизни. Именно ваше понимание, забота о здоровье, каждодневно и образ жизни. Диета не должна ограничиваться. Вы должны получать все необходимые элементы для вашей здоровья, для вашей жизнедеятельности. Поэтому самое главное – это ваш образ жизни. И выход всегда есть. Вот я сейчас много таких страшилок рассказала, что сейчас такая есть тенденция – в мире. И не зря, почему появилось именно понятие вот это wellness, почему оно сейчас есть и очень актуально, очень популярно, и почему многие люди сейчас думают в первую очередь о здоровье, о своем питании, потому что все хотят жить долго и счастливо, чтобы их дети, близкие жили долго и счастливо. Какой же выход? Какой выход сейчас мы можем предложить? Но в первую очередь нужно понимать, что мы любой организм, и мы состоим из маленьких клеточек, да, и их каждый день производится в нашем организме большое количество, 300 миллиардов. И здесь нужно понимать, что каждая клеточка строится из чего-то, она строится из того, что мы кушаем. Поэтому если провести аналогию, например, с заводом, мы точно так же. В наш организм поступает еда, она нам дает энергию, она строит клеточки, она где-то заживляет ранки, где-то у нас растут волосы, но в любом случае
строится все из того, что мы кушаем с вами. Поэтому организм – это такая аналогия, как это завод жизнедеятельности человека. Если плохое сырье поступает на завод, то из плохого сырья делается плохой товар. И плохое сырье выходит в итоге. Точно так же у нас. Когда мы кушаем некачественно или заботимся о себе плохо, точно так же нам организм дает результат в виде, что ты заболела, что-то кольнуло, в виде каких-то хронических болезней. Поэтому здесь нужно понимать в первую очередь, все зависит от нас. И что наш организм, какое питание должен получать каждый день? Это нутриенты. Нутриенты, они состоят, бывают двух видов. Нутриенты макро, которые должны поступать в большом количестве, и микронутриенты, которые должны поступать в меньшем количестве. Так вот, макронутриенты – это углеводы, жиры и белки. В любом случае, вы можете почти что на каждом продукте, и это по ГОСТам, идя в магазин, вы можете увидеть соотношение вот этих вот продуктов. Микронутриенты, они поступают в малом количестве. Но иногда вы можете видеть, иногда нет их на этикетках. Так вот, витамины, минералы в маленьком количестве. Если говорить о воде, здесь я остановлюсь. Мы не зря есть такое понятие, что состоим из большого количества воды. Любая пища, она должна в первую очередь несет нам пользу. И чтобы эта польза поступила каждой клеточке, она должна раствориться в водичке. То есть витамины, минералы, полезные вещества, они должны растворяться. Точно так же водичка является растворителем, она доносит к нашим клеточкам. И обязательно пить воду. Поэтому водички должно быть определенное количество, 30 грамм на килограмм вес. Поэтому вы сейчас в уме подсчитаете, сколько вы весите, умножьте на 30 грамм, вот это ваша ежедневная норма. Об этом говорят медики. Поэтому если вы где-то чуть-чуть не допиваете, либо вы считаете, что вы пьете чай, и это водичка, то вы не правы. Водичка должна быть водичкой. Это ни в коем случае не чай, не суп. То есть это в любом случае, это еда. Поэтому водички пьем обязательно норму. Так вот, любые макронутриенты, они выполняют очень много различных функций. Это защита нашего иммунитета. Это и строительная функция. Поэтому если где-то, например, у нас, мы понимаем, что у нас страдает иммунная система, то может быть у нас просто не хватает белков. Если у нас не хватает энергии, то значит где-то у нас не хватает жира. То есть все взаимосвязано. И вот выполняя вот эти важные функции, одним из самых важных таких ключевых, мне хочется поговорить в первую очередь о белках. Белки – это так называемый строительный материал. Кстати, вот здесь вот вы видите пример, белки бывают разные. Есть мясо, горох, чечевица, молочные продукты. Это вот те продукты, с которыми мы получаем белки. И если не хватает белков в организме, это как то разрушенное здание на картинке. Оно сыпется, оно валится, любой ветер подует, мы уже сразу посыпались. Если хватает, мы абсолютно срочно. Плюс к этому получается, что если нехватка, то мы не испытываем сильный иммунитет. И нам необходимо, чтобы мы его получали. И откуда мы можем получать белок? Здесь бывают различные способы. Я еще раз повторюсь, 20% населения имеет выраженный дефицит белка. Различные продукты, которые вы видели на картинке. Мясо, рыба, сыр, яйца, картофель, капуста, все они точно так же содержат белка. Но самое большое количество – это в мясных продуктах, это в молочных продуктах. Если говорить о как таковом пользе, то процент содержания, ну, например, здесь на 100 грамм, любую норму возьмете, здесь абсолютно колеблется. И почему именно колеблется? То польза, которую мы получаем от этого продукта, идет вот именно то процентное содержание. А почему? Из-за того, что он очень мало перерабатывает, очень долго перерабатывается в нашем организме. Польза от мясных, к примеру, от котлетки, от мясных продуктов, от стейка, от мяска, от отбивной, проходит от 36 часов до 72 часов. Все это время, например, какая-то вот
котлетка отбивная поступила в наш организм, и вот это время она перерабатывается. Вот это время наш организм что делает? Что такое белок? Это соединение аминокислот, которые потом наш организм расщепляет, и из этих аминокислот строит свои. То есть заживляются ранки, растут наши волосы, там строятся органы, обновляются клеточки. И получается таким образом, что вот до 36, до 72 часов происходит, вот наш организм только получает пользу. И причем только вот 18-20%, как вы видели на предыдущем слайде. Поэтому не зря вот сейчас медики, я вам часто такое слышу, если организм стал старше, а люди пожилого возраста, вот часто от медиков слышу, переходите на молочные продукты. А почему? Потому что это меньшая нагрузка для организма. Они точно так же нам необходимы. Мясные продукты, к примеру, рыба, мясо. Но в любом случае не настолько они легко переносятся нашим организмом, как хотелось. Но без них никак. Поэтому нужно понимать, что польза какая идет, но через сколько часов. И сейчас вот это вот наше направление wellness, которое развивается везде, во всех странах мира, и включая компанию Reflame, оно набирает силу. Началось все в компании Reflame с такого вот центра в Швеции, Игелёса. Очень красивый чистый уголок Швеции, очень красивые поля, рапсовые поля. И действительно, такой вот экологически чистый уголок, где различные ученые работают над созданием продуктов, которые бы поддерживали здоровье нации, которые бы давали людям именно здоровое питание. Дело в том, что это центр Гелиоса, это ведущий в мире научно-исследовательский центр. И компания Reflame, ну это поскольку Швеция, точно так же компания Reflame очень много средств вложила в разработку продукции wellness от Reflame, инвестировала деньги для того, чтобы получить те продукты, которые бы поддерживали и делали здоровыми нас. И очень много клинических исследований проводилось там. Кто же там работает, что это за люди и какие продукты там разрабатывались? Первый продукт, о котором хочется мне с вами поговорить, это серия Natural Balance, которая включает в себя коктейли, супы и батончики. И их основатель, их человек, которым мы гордимся знакомством и тем, что именно он принимал участие в разработке этих продуктов, это всемирно известный профессор Стик Стэн. Он входит в десятку лучших кардиохирургов, то есть он на 7-м месте среди самых лучших кардиохирургов. Причем профессор Стик Стэн сотрудничает с Лундским университетом. Он точно так же руководит всеми разработками вот этим в центре Игелёса. Этот человек номинировался на Нобелевскую премию за его разработки по специальный аппарат, который позволяет хранить донорские органы. И его одним из разработок, это действующий кардиохирург, является коктейль Natural Balance. Я немножко вам такую предысторию расскажу, почему он появился и откуда он появился. Он не разрабатывался для нас, для компании Reflame. Он разрабатывался более 8 лет научных исследований. И, как я уже сказала, профессор Стик Стэн, он действующий кардиохирург. И когда люди приходили к нему, чтобы для того, чтобы перенести операцию, то до этого им необходимо было понимать, что для того, чтобы перенести пересадку органов, необходимо иметь какие-то ресурсы, здоровье. Это необходимо, чтобы у человека была энергия потом на восстановление. А из чего строятся органы? Чтобы они вот прижились между собой. А органы это точно так же, как это белки, белковые соединения. И он понимал, что после операции, как и до операции, человеку необходимо такое питание, которому позволит получать необходимые элементы для поддержания, для восстановления, для усиления своего иммунитета. И вот он разрабатывал такое питание, которое бы давало все аминокислоты, которые необходимы человеку в течение дня, давало бы плюс к этому энергию, давало бы плюс к этому маленькое время для усвоения и, конечно же, низкий гликемический индекс, поскольку после этого больным необходимо после операции восстановиться.
И вот он 8 лет вел, и его команда вели научные исследования, и появился такой вот коктейль Natural Balance. Конечно же, сразу он не имел такой приятный вкус. Когда были вагилёсы, Ева Ларсон, одна из членов его команды, она рассказывала такие истории, что этот коктейль, когда разрывался, он абсолютно был безвкусным. И дети из, они проводили такое вот исследование, точно так же рассматривали. Дети из соседних деревень, соседних мест, они принимали участие в исследовании. И рассказывали, что даже несмотря на тот вкус, который вот... имел такой вот коктейль невкусный, детки с удовольствием его пробовали, и плюс еще к этому родители получали отличный результат по успеваемости, по внимательности и так далее. Так вот, что же это за чудо-коктейль? И вот вы сейчас на фотографии видите Сикстен, его фотографии, и мы очень гордимся тем, что сама королева Швеции посетила нас на центр Гелиоса, она оказала честь, и кроме этого она попробовала эту продукцию, ее любимый коктейль, вы можете везде увидеть, это клубничный, даже есть рецепт клубничного пирога на основе клубничного коктейля, поэтому... Вот такой вот как бы предыстория, откуда появился вот этот коктейль. Коктейль сейчас имеет различные вкусы. После 8 лет исследования вот сейчас он имеет три вкуса. Это шоколадный, клубничный и ванильный. И какой же сейчас после того, как, кроме того, что он поддерживал больных, цель вот эта была достигнута, давал энергию, кроме этого, после исследования было выявлено, что он, кроме этого, дает потерю веса, он содержит большое количество клетчатки и тем самым улучшает пищеварение. Он содержит медленные углеводы и тем самым содержит, ну, как таковой гликемический индекс очень маленький, поэтому в том числе его рекомендуют и диабетикам. Он разрабатывался в том числе и для диабетиков. И уникальная форма – натуральный полезный ингредиент. Что же это за полезные ингредиенты, которые содержит? Если говорить о супе, суп, я говорила, и коктейль. Если говорить о коктейле, то коктейль содержит протеин, белки, яйца, горошек, молоко. И здесь еще немножко хочется добавить, что наши коктейли и супы содержат омега-3, омега-6 в той пропорции, которая необходима нашему организму. И плюс еще к этому тот необходимый баланс аминокислот, который необходим для строения наших клеточек. Яйца, горошек, и горошек не зря такой вот, кто вегетарианец, кто с кем-то знаком, кто вегетарианцы, они слышат, что это король антиоксиданта. Если говорить о супах, здесь полностью идет вегетарианских продуктов, даже веганских, здесь полностью нет таких вот животного происхождения продукта. Здесь супы, горошек и картофель, белки. И если коктейль готовится, вы берете какой-то холодный продукт, это молоко, сыворотка, йогурт, перемешиваете с порцией коктейля, у вас такая вот смесь получается. То супы готовятся горячего использования, вы заливаете кипяточком, получаете отличную порцию для перекуса. Если говорить о пользе, которую вы получаете, вот здесь вот вы можете увидеть, сколько протеинов вы получаете, углеводов и жиров. Если говорить о жирах, которые есть, здесь это я помечу, что омега-3, омега-6, то, что необходимо организму в течение дня. Углеводы. Здесь это полезные углеводы, в том числе и клетчатка. Здесь содержатся экстракты шиповника, яблока, и плюс к этому, конечно же, вы можете увидеть, что это очень маленькая энергетическая ценность. То есть благодаря ему, плюс еще к этому можно и похудеть. И плюс, что здесь коктейль перерабатывает в нашем организме в течение 24 минут. Поэтому вы пользу уже получаете через 30 минут. Поэтому говорят, что если вы хотите как-то подкорректировать свой вес, за полчаса до еды выпейте порцию коктейля и через полчаса садитесь кушать. И вы съедите уже меньше, поскольку у вас уже пройдет насыщение. И ровно через 24 минуты вы получаете полностью весь спектр полезных веществ, углеводов, витаминов,
Это все углеводов и белков. Еще хочется сказать, что о всех сертификатах качества, которые имеет эта продукция Wellness. Это в первую очередь это веган, GMP, натуральные ингредиенты, HACCP, whey protein и так далее. И кроме того, что мы получаем необходимые белки и углеводы вместе с коктейлем, но откуда же нам брать вот эти правильные жиры, витамины, минералы? Минимальная такая вот норма, самая маленькая, которая для есть в коктейле присутствует, но это всего лишь маленькая. Но откуда же получить в полном объеме? Конечно же, здесь компания Reflame и центр Гелиоса, он точно так же продумал эту, об этом думал для того, чтобы поддержать именно нас. И здесь разрабатывались продукты, которые Wellness Pack полностью для здоровья, комбинация нутриентов, которая поддерживает нас изнутри, дает нам энергию. Это комбинация из четырех таких вот капсулок, которые в себя включают. Во-первых, антиоксиданты, это астаксантиновый экстракт черники, омега-3, самые высокие стандарты качества, включая один из высочайших стандартов, это фармацевтический, это GMP, который включает в себя сертификацию не только сырья, но и производства, бухгалтерии, доставки сырья, доставки нам продукции, как продается продукт и так далее. И плюс еще к этому хочется добавить о составе этого Wellness Pack. Он включает в себя витамины. Причем витамины, я могу сказать, что все вы можете прийти в аптеку, посмотреть, определить, сравнить цены, выбрать для себя что-то лучшее. Но хочется отметить, что здесь витамины, они идут натуральные. Они не содержат никаких красителей, консервантов. И вы их плюс можете употреблять каждый день, и они рекомендуются к употреблению каждый день, так как каждый день мы испытываем нехватку витаминов и минералов. И здесь содержится в одной капсулке витаминов, содержится 12 витаминов и 10 минералов. И здесь суточная норма, которая необходима и рекомендована Европейским Союзом. Это в одном пакетике. Еще плюс к этому содержится омега-3. Причем сейчас очень часто я слышу от других людей, все абсолютно понимают пользу этого продукта. Не зря раньше, не знаю, 50 лет назад была такая всесоюзная программа оздоровления, где всех деток пичкали рыбьим жиром. Причем этот рыбий жир абсолютно был невкусный, поскольку он был не очищенный, и его вкус запоминался надолго, и можно сказать навсегда, это привело такую негатив. Но в любом случае, несмотря на его неприятный вкус, все понимали его пользу. И точно так же это сейчас приходит к нам. А почему? Потому что мы живем в стране, где нет моря, где нет морского вот обитателя, где мы не можем получать рыбу. Мы получаем ее в основном замороженным. Я принимала, это про вопрос, можно ли беременным принимать витамины и минералы. Я скажу, что у меня врач очень такая мудрая женщина, она давала много литературы, прописывала витамины. Я сравнивала дозировку, которую она мне прописывала, смотрела, сколько есть витаминов и минералов, поскольку я понимала. И здесь я просто чуть-чуть где-то, может, добавляла. В какой-то период я добавляла больше фолиевой кислоты, в какой-то другой больше железа. Но в любом случае я принимала только наши. И плюс к этому я принимала, тоже была листовочка, начиная с 30 недели нужно увеличивать прием омега-3, это я запомнила очень хорошо, я ее ложками пила, до 2000 миллиграмм в сутки для беременных. Поэтому здесь вы принимаете не только как для себя минимальная норма, но принимаете еще для ребенка, поскольку там с 30 недели идет
развивается нервная система, это очень важно. Но это вот такая моя практика. Вы для себя используете, как вам, у вас есть лечащий врач, вы обязательно с ним советуетесь. Мне давали очень много литературы, я все читала, поэтому здесь я делаю для себя выводы для своего здоровья. Витамины идет, во-первых, производство Швеции. Стандарт самый высокий, GMP. Если вы захотите у нас в Беларуси найти стандарт GMP, он будет в разы дороже. Все мы понимаем точно так же, как качество продуктов, какую колбасу мы выбираем, мы понимаем, за что мы платим. Здесь точно так же это продукт для нашего здоровья. В первую очередь нужно смотреть на качество, а потом уже на цену и так далее. То есть самое главное – это тот продукт, который должен приносить нам здоровье. Это нам на всю жизнь дано, и нужно беречь. Мы себя, свое тело взяли на, ну, вот, надолго, поэтому бережем себя, лелеем, любим, поэтому только самое лучшее. Так вот, омега-3. Омега-3 обладает очень интересным свойством. Идет противовоспалительное свойство. То есть, например, если вы рассасываете капсулу, я заметила, что у меня, ну, здесь я половина буду перекликаться своими историями, меньше болит горло. Дочка у меня тоже любит капсулы, она рассасывает, ну, вот когда горло болит, так я вот ей даю рассасывать эти капсулы. Не просто ложечку она выпивает, но вот она вот ей нравится. Так вот, омега-3, чем отличается от той, которую вы захотите купить в аптеке? Вот я тоже такой принципиальный человек, не люблю переплачивать, экономическое у меня образование, поэтому для меня цифры важны. Во-первых, это стандарт GMP, один из самых высоких стандартов. Если вы захотите GMP стандарт, он есть, вы можете найти, но не в каждой аптеке. Он будет 2 или 3 раза, 2 раза, наверное, по-моему. Я когда сравнивала цены, 2 раза дороже. Это 100% натуральные, то есть там нету добавок витаминов каких-то, Д, Е, нет, А, Д, по-моему, витамины иногда в рыбьем жире я видела, то есть этого нету. То есть здесь, во-первых, идет 5-ступенчатая очистка, и причем эта очистка рыбьего жира, она проверяется каждые 2 года немецкой лаборатории, которая имеет специальную аккредитацию. То есть рыбий жир будет абсолютно чистый, он будет приносить только пользу. Специальная система сохранения и консервации, то есть здесь нужно вот это вот учитывать. Компания плюс к этому позаботилась именно о капсульке, которая идет. Если говорить дальше, то кроме того, что Wellness Pack содержит витамины, омега-3, то, что человеку необходимо каждый день. И еще скажу, что из омега-3 на 30% из этих ненасыщенных жиров состоит наш мозг, поэтому память, бережем свою память, употребляем омега-3. Так вот, кроме того, что мы получаем защиту для нашего организма, все полезные нутриенты, ну, нужно понимать, что у нас такое время, когда где-то ветер дует, где-то погода часто меняется, не зря у нас климат такой нестабильный, нужно себя беречь, и необходимо употреблять всегда антиоксиданты, это дополнительные помощники, дополнительный бронежилет для нас, для нашего организма. И вот астаксантин – это природный антиоксидант, причем он идет именно жирорастворимый. Поэтому обязательно, если вы просто отдельно астаксантин для себя берете, то обязательно должен в комплексе с омега-3, либо вы принимаете вместе с едой, которая именно должна быть жирорастворимая такая среда. Что астаксантин делает? Астаксантин – это антиоксидант, который в 100 раз сильнее витамина Е даже, который природным считается. Он, кроме этого, благотворно влияет на кожу, зрение, укрепляет мышцы. Поэтому, если где-то у вас растяжение, какие-то связки, если у вас садится зрение, если вы часто перед компьютером, если вы хотите, чтобы у вас всегда кожа выглядела цветущей, то этот продукт для вас. Но самый важный фактор – обладает противовоспалительным свойством. Я скажу, что ну вот, это не практика, я не врач, я просто рассказываю свою вот историю. Когда мне нельзя было лечиться антибиотиками, а такие ситуации, например, как беременность и так далее, я что делала? Я кроме народных средств добавляла просто к своему рациону, ну вот астаксантин, хотя здесь вы ну, решаете и принимаете для себя, как вам лучше будет. И плюс еще к этому, когда для своим
дочке тоже. Хотя ей сейчас 2 года, но все равно, если у нее болит горлышко, я даю вот эту капсулу рассосать, потому что она плюс к этому обладает таким вот свойством. Если у меня болит горлышко, тоже рассасываю. Ну, плюс она идет как противовоспалительным свойством. И кроме этого, эта капсулка содержит экстракт черники. Это натуральный источник в первую очередь витамина С, клетчатков, но самый важный антиоксидант антоцианин. Это идет натурально, здесь не черника, саму чернику как таковую много кушать, она и не рекомендует, и нельзя, это вредит нашему здоровью. Но вот вытяжка из черники, именно этот антиоксидант, она очень полезна. И она очень благотворно влияет точно так же на сердечно-сосудистую систему, на зрение и так далее. Вот это вот то, что включает себя в этой капсуле. По граммам здесь 4 к 1, то есть 3 к 1 идет. То есть сама капсулка 4 грамма, 3 грамма астаксантина, 1 грамм черники. То есть вот это вот то, что такие природные антиоксиданты идут для нас. Астаксантин — это просто бурая водоросль, причем производство ее идет только в Швеции, и вот еще эта водоросль идет в Японии. То есть как таковой нигде в Беларуси вы такой антиоксидант найдете, нигде. Это сертифицировано по нашим даже самым строгим белорусским стандартам, не только европейским и так далее. Вот здесь вот это важно понимать. Еще важно понимать, что любые белки, жиры, витамины и минералы друг без друга не усваиваются. То есть обязательно это все должно быть комплексом, обязательно должно быть вместе. То есть если вы просто покушали, а вспомнили, что витамины и минералы вы не приняли, а решили, ну через часик приму, то лучше переложите прием витаминов и минералов к следующему приему пищи. То есть это важный момент, все должно быть вместе. Покушали еда, и после этого, либо во время вы принимаете витамин. И важный фактор такой вот заметил, когда принимаешь витамины и минералы, то получается так, что даже сам организм требует некоторые вещи, которые он недополучает. Вот, к примеру, водичку. Вы начинаете больше пить хотеть. То есть, если вы не пьете норму, которая вашему организму необходима, получая микроэлементы, ему просто необходимо растворяться в чем-то. Поэтому он начинает требовать водичку. Поэтому для вас такой важный фактор, если вы решите для себя обязательно принимать витамины, а я скажу, что если вы о себе заботитесь, о своем здоровье, то это будет важное и правильное решение для вас, то вот такие нюансики тоже есть. И если говорить, у нас есть система Wellness Life к новой жизни, которая подразумевает не только здоровье, но одно из важных факторов, которое большинство девушек всегда озвучивают в наших клубах, это стремление выглядеть стройными, стремление выглядеть красивыми, стремление иметь отличную фигуру, отличное самочувствие. И Ольга Николаевна Григорян очень исследований много проводила, точно так же под ее исследованием ведутся группы по коррекции веса, причем группа — это сотрудник НИИРАН, здесь ассоциация диетологов, нутрициологов, и она в своих группах использует коктейль Natural Balance. И она делится с нами результатами. Вы можете точно так же в интернете почитать, посмотреть, а есть ее видео, где она про wellness-завтрак рассказывает. Но хочется вам немножко рассказать. Больше здесь в основном присутствуют девушки, кто из вас хочет выглядеть постройнить, покрасиветь. Поэтому вот эта концепция для вас. Wellness-завтрак – это первое, с чего мы начинаем. С чего же начать вот здесь? Во-первых, почему именно говорим о завтраке? Во-первых, кто-то, скажите, вот пометьте в чате, заодно проверим связь, кто меня слышит, кто из вас завтракает утром, поставьте, ну так полноценно, там каша или что-то, поставьте единичку, кто просто кофе, например, выпивает, поставьте двоечку, ну и заодно проверим, как кто завтракает, кто как любитель. Единичку кашку едим, там какой-то более правильный завтрак, белковый, может, если двоечка, вы, например, кофе для себя выпиваете, ну и на этом все, а потом ближе к обеду кушаете. Вот, поэтому для вас, кто двоечку ставит, рассказываю, почему именно правильный завтрак должен быть. Это самая важная часть нашего ежедневного меню. И вот бывает, что первый завтрак часов 12 дня. Это абсолютно неправильно, сбиваются вот ритмы, которые есть в организме. И из-за этого получается, что сбиваются ритмы, мы происходим, вот набираем лишний вес. Так вот, если говорить о правильном, то лучше избегать, почему кушать. Здесь, во-первых, правильный завтрак, он укрепляет иммунитет. И
Завтрак должен быть с 6 до 12 часов. Почему именно завтрак? С 6 до 12 часов дня обмен веществ работает на полную силу. Он получает максимум от того, что вы скушали. Я скажу, что я ленивая была, а поскольку я мама, у меня дочка маленькая была, мой завтрак состоял из одного коктейля. Поэтому я где-то брала фрукты, быстренько молока наливала в порцию коктейля, это у меня был завтрак, если я вообще не успевала поесть. Обычно у меня бывало так, пока приготовишь поесть, и только всегда вспоминаешь, ну, как и у Рины, наверное, к 12 часам дня нормально кушаешь. Поэтому у меня была такая вот альтернатива, которую я вам буду рассказывать. Так вот, завтрак с 6 до 12 часов максимум вы получите всего от того, что вы скушаете. И здесь, если говорить дальше, завтрак помогает именно контролировать вес. И люди, которые завтрак, они восстанавливают баланс. И ему не нужно такое количество пищи большое, какое вот он съедает потом. Потому что проблема современных людей – не едим утром, в обед чего-то перекусили – вечером приходим, готовим большой ужин, вместе, например, садимся и наедаемся. Вот это проблема современного человека. И главное правило завтрак, чтобы была легкость и питательность. И, во-первых, отнеситесь, наверное, если есть время, креативьте, если есть, я говорю. Если нет, то самое главное, чтобы он был питательным. А важно, чтобы были обязательно белки, поскольку из этого строятся наши клеточки, я говорила, это важный строительный материал. Это то, что для нашего иммунитета. Иногда даже иммунитет страдает от того, что белков не хватает. Это должно быть лучше всего, когда будут правильные углеводы, это какие-то ягодки, фрукты. И, конечно же, все это должно способствовать хорошему пищеварению, поскольку завтрак он должен получать максимум питательного. И обязательно всегда до обеда лучше всего принимать витамины и минералы. Почему? Во-первых, это укрепляет иммунитет, и плюс к этому витамины укрепляют, но есть такие витамины группы В. Если их принимать после обеда, то они наоборот, они влияют немножечко, укрепляют нервную систему. То есть вы можете прочитать, если захотите, спектр их воздействия, но если вы их принимаете после обеда, то будьте готовы. Немножко возбудимость, немножко, вы, если, например, вечером не захотите спать, то есть это так влияет, просто витамины группы В. Их рекомендуют принимать до обеда. Поэтому, если даже утром вы их забыли принимать, то в обед это обязательно. Минералы плюс к этому, если вы их недополучаете, то это очень плохо. Но плюс к этому, если получаете, они ускоряют выведение лишней жидкости. А что такое лишняя жидкость? Это наш лишний вес, это наши лишние какие-то БК, лишнее что-то на нас. Поэтому вот это очень важно. И важно привыкать завтракать. Я скажу, что моя вот такая привычка завтракать начиналась с того, что я просто себя заставляла утром выпить воды. Дело в том, что с утра у нас организм немножко в таком сонном состоянии, поэтому обязательно занимаемся, выпиваем стакан воды, занимаемся привычными делами, и через некоторое время ваш организм просто потребует еды. Он просто вас потребует, потому что организм начинает работать на полную силу, и просто такая вот привычка выпить стакан воды, и ваш организм сам потребует. И обязательно будьте примером для своих детей. Будьте примером, будьте, подавайте модель поведения, потому что дети не смотрят, что мы им говорим, они смотрят на нас, что у нас в холодильнике, какие мы продукты положили к себе на тарелку, что мы едим, что мы, какие продукты берем с полок в магазине, то есть наши предпочтения. И если мы им скажем это, ну, неправильная еда, он нас не будет слышать, он будет делать то, что мы говорим. Поэтому все начинается с нас. Будьте хорошим примером. Будьте, заботьтесь о вас. Исправляйте ошибки, начинайте заботиться о каких-то, приобретайте правильные привычки, убирайте неправильные продукты. Вот, и начинайте с завтрака. Так вот, завтрак – это самая лучшая альтернатива, если нет времени. И если вы не можете равноценно так спланировать, вы не нутрициолог, то самая лучшая альтернатива – это порция коктейля Nature Balance и пакетик Wellness Pack. Дело в том, что если с коктейлем мы получаем все белки, углеводы, жиры, то с пакетиком Wellness Pack мы получаем все витамины. И плюс еще к этому отличную защиту для нашего организма. Если говорить о эффективности, проводились исследования, снижение чувства голода на 27% эффективнее, чем без коктейля.
на 40% выше чувство насыщаемости, чем без коктейля. Вот это все статистика. И плюс к этому, это необходимый заряд энергии, это полезно, это вкусно, это питательно. И для вас, для тех, кто хочет, конечно же, еще больше получить результат, компания разработала систему, где вы утром получаете все необходимые вещества. Но если вы хотите действительно контролировать просто свой вес и плюс к этому уменьшаться в объемах, то плюс к этому добавляйте для себя wellness-ужин. Это тоже белки. Не зря во всех диетах всегда вечером белки какие-то идут вместе с гарниром, это приветствуется. Поэтому тоже вот как для вас wellness-ужин. Идет вот такой пример. И что себя подразумевает концепция wellness? Еще хочется вам немножко рассказать о всех тех людях, которые рекомендуют, которые пользуются, которые пробовали, которые получили результат от продуктов wellness. И здесь, конечно же, хочется сказать о звездах. Здесь не звезды, а это королевская особа, я уже говорила, это мы очень гордимся, что королева Швеции посетила наш центр Гелиоса и попробовала наш коктейль Natural Balance. Это шведская сборная по биатлону. Принимает это певица Мадонна в журнале Allure, рассказывает, что секрет ее молодости в том, что она ежедневно принимает астаксантин. Но астаксантин можно из рыбы получать, можно и в виде водорослей, здесь это вот ее секрет красоты. И плюс еще к этому, конечно же, известные спортсмены Каролина Возняцки, первая ракетка мира. Евгений Плющенко, олимпийский чемпион, рассказывал о том, как готовился к Олимпиаде. То есть, если вы захотите, вы можете историю в интернете почитать для себя. Это абсолютно олимпийская чемпионка по сборной гимнастике Лилия Подкопаева. Здесь еще, кроме этого, Ирина Слуцкая рассказывает, что после родов для себя использовала коктейль и очень хорошо пришла в форму. Wellness Pack она точно так же использует для себя. То есть есть Сергей Руднев, хорошая история, видео вы можете найти в интернете, пятикратный чемпион России, чемпион Европы, а он для себя использует для того, чтобы подготовиться к соревнованиям, коктейль. Не зря спортсмены, точно так же вы видите, которые забудут свою фигуру, которые приобретают весовую категорию большую, они используют белковые коктейли, профессиональные. И вот тоже наш коктейль очень хорошего состава, качества, и он дает лучший результат. Он сказал, да, лучший результат, чем было до этого. А вы можете найти историю, сейчас появилась, я забыла, директор компании Reflame тоже занимался спортом, тоже следил за своей фигурой, использовал коктейли белковые, которые так стандартные. И он отметил отличное самочувствие, отметил, что стало улучшаться абсолютно все показатели здоровья с помощью наших продуктов wellness. Официальный поставщик Oriflame витамина хоккейного клуба «Динамо Рига». И кроме этого, наши коктейли получили премию, наша продукция wellness, витамины и минералы, получили премию «Здоровое питание». Вот здесь вот вы видите фотографию вот этой премии, мы очень этим гордимся. Еще раз хочется вам рассказать об этой системе Wellness Life Plus. Это ваше отличное самочувствие. Есть две программы Wellness Life Plus. Первая программа, она называется «Жизненная энергия», и вторая – это «Идеальный вес». Еще раз хочется сказать, что более 15 лет создавался Wellness Pack и коктейль Natural Balance, если в сумме просуммировать количество лет. Это 100% натуральные питательные ингредиенты, нет искусственных красителей. И здесь более 10 международных сертификатов, стандартов качества. Это все продукция Wellness. Первая программа – это жизненная энергия. Это когда вы отлично себя чувствуете, вы не хотите ничего корректировать, у вас все замечательно. Вы просто хотите получать норму белков, углеводов, жиров и плюс к этому витамины, минералы. Полностью комплекс для вашей энергии. И вторая программа для вас – это программа «Идеальный вес». Это когда вы хотите подкорректировать, это плюс к этому, когда вы хотите получить рекомендации, какие-то советы. Поэтому для вас вот такой вот результат, который мы получаем. Вот здесь вот такие истории и фотографии. До wellness и с wellness. Минус 30, минус 40 килограмма, минус
12 килограмм. Вот здесь фотографии вы можете видеть, для себя сравнивать, минус 32 килограмм. Причем wellness — это не просто вы пьете коктейли витамины, это еще кроме этого стиль жизни. Конечно же, мы вместе, команды, делимся иногда рецептами, делимся какими-то своими результатами. Ну вот мой результат до и после. Хочу сказать, что сейчас намного лучше результат, и намного, конечно же, все приходит в норму. Так вот, одна порция коктейля дает вам энергии и всех полезных веществ, которые вам необходимы на целый день. И здесь вы сами для себя выбираете, как вы будете заботиться о своем здоровье. Сама программа, вот эта вот wellness, она дает вот такой результат, где порция на день по одной программе стоит 39 тысяч, по второй 59 тысяч. И эта вот программа идет для вас, вашего здоровья, вы заботитесь о себе. И если сравнивать, то один сбалансированный прием пищи стоит, ну, около 100 тысяч белорусских рублей. И плюс еще к тому, что вы участвуете в нашей программе Wellness Life Plus, вы получаете консультацию, вы получаете специальное измерение на анализаторе тела, занятия фитнесом и так далее. Поэтому, если вас заинтересовала эта продукция Wellness, обратитесь к своему спонсору, тому человеку, который вас пригласил сегодня на наш вебинар. Кто сегодня в первый раз слышит об этих продуктах, спросите, узнайте. Все эти продукты приобретаются через аптеку. У каждого человека, кто эти продукты пробовал, пользовался, есть свои результаты. Я уже больше 3 лет пью Wellness Pack. Конечно же, отличный результат, потому что я стала меньше болеть простудами. И, конечно же, это было огромное подспорье, когда была беременна и после беременности, когда это ограниченное количество всех антибиотиков, лекарств и так далее. Поэтому иммунитет укреплять – это только плюс. Мне помогло в чем, что, во-первых, у меня больше энергии. Я говорила, что я использовала для себя в качестве перекуса коктейль. То есть у меня, когда не хватало абсолютно времени, Ирина писала, да, что кушать только успеваешь к 12, у меня было точно так же, мне абсолютно не хватало, все как-то абы как приготовить кушать всем, но только не себе. Поэтому у меня завтрак начинался с коктейля, это мне хватило добраться до настоящего нормальной еды, когда она была приготовлена уже ближе к обеду. Моя семья, ну вот у меня дочка точно так же уже с годика, мы стали пить омегу, то есть я стала добавлять рацион. Как только мы добавили рыбку в рацион, так и стала добавлять омегу. То есть здесь вам следует тоже вот такие вот нюансики для себя. Хотите, используйте, пожалуйста. Плюс еще к этому мы сейчас пьем и витаминки. Вот такую вот моя история использования продуктов Wellness. Очень довольна своим результатом, очень довольна тем, как чувствуем себя. Ну и, конечно же, я вам желаю огромного здоровья, чтобы вы для себя выбирали те продукты, которые будут приносить здоровье вашим близким, вашим детям. Если вы хотите участвовать в программе Wellness Life Plus, то вы здесь, ваша задача 4 шага. Пройти тест на состояние здоровья, разместить подписку на один из наборов Wellness Life, следовать программе и здесь вы подтверждать свои итоги в течение через 12 недель. И еще плюс к этому, здесь вы получаете каждый 4-й набор со скидкой 95%, и плюс еще к этому. Вот здесь вот 3 получается, 4-й для вас идет со скидкой 95%, и плюс еще к этому у вас будет скидка 50% как участника серебряного премьер-клуба. Такие вот плюсы участия в программе Wellness Life Plus. Ну что ж, мы сегодня с вами позаботились о нашем здоровье. Вам большое спасибо за внимание. Думаю, может, немножечко для вас каких-то полезных вещей я рассказала, каких-то таких своих секретиков. Вот, спасибо вам за внимание, за то, что отвечали, были активными в чате. Вот, и сейчас для вас я попрошу.